Не, невозможно. Да? Невозможно. Это наркотик. В каком бы количестве не было вам. Да, кайф, и больше, да? Надо, да. Потому что вот мы удивительны, человек вообще удивительное существо. Во-первых, мы привыкаем вообще ко всему, к плохому и к хорошему, одинаково комфортно себя чувствуем. Во-вторых, нет задачи, нет решения. Не знаю, касается ли это только нашего русского народа, что вот пока ему огромный грех может не перекреститься, или всех народов касается. Но после двух детей уже разницы сколько нет. Уже все это вот вообще. И самое главное, вот сейчас мимо младенца проносят, или дают подержать, от него запах вот кутятины. И я тоскую, и Оксанка тоскует. Мы опять хотим, чтобы, ну даст Бог, будет все нормально, младенцев. Объяснить это нельзя, это что-то биологическое, то, что нельзя разложить в каких-то понятийных символах в обычных, это биология чистой воды.